поздние хризантемы, яблоки золотые. Кажется нам, что время замедлило шаг, а мы посмотрели в ноты, как это по латыни сказано там ad libitum, жить не спеша. Медленно и свободно, медленно и вольготно двигаться по течению, себе потакать, чтобы налюбоваться сколько душе угодно. Господи, как красиво, красиво-то как, мы будем жить долго, но не дольше, чем надо. Мы надышимся вдоль, мы насмотримся всласть с усами осадок от осеннего сада. Прихватите вы с собою, да не велено красть. Поздние хризантемы, пахнущие снегами, саженцы молодые, что тянутся вверх. Там высоко журавлик, легкий, как оригами, хрупкий, как оригами, затерянный стерх. Медленный свободно, медленный вольготно, Рид как будто знает, что время не в счет. Он из бумаги пищи, он из бумаги нотной, музыка со стихами, а что же еще? Мы будем жить долго, но не дольше, чем надо. Мы напишемся вдоволь, мы напашемся всласть, а этот осадок от осеннего сада прихватите вы с собою, да не велено красть. Яблоки, хризантемы, сад наш окутан дымом, время неумолимо несет к рубежам. Господи, как красиво, просто невыносимо, вынести бы собою, да не удержать. Мы будем жить